Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Наталью Дрожину к 4 годам колонии условно, а ее мужа к реальному сроку заключения, признав их виновными в хищениях имущества у семьи актера Алексея Баталова, сообщили в прокуратуре Москвы. Наталья Дрожина и Михаил Цивин признаны виновными по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», говорится в сообщении. Дрожину приговорили к 4 годам колонии, условно с испытательным сроком 4 года, Цивина к 5 годам колонии общего режима. Нотариус Дмитрий Бублей, который проходил вместе с ними по делу, был признан виновным в пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься нотариальной деятельностью в течение 2 лет. По версии следствия, Цивин и Дрожина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. На протяжении нескольких лет они помогали семье в решении бытовых вопросов, в том числе с покупкой продуктов питания и предметов первой необходимости. Добившись доверительных отношений, Дрожина и Цивин обманным путем получили право распоряжаться деньгами Баталовых. На основании доверенности в 2019-2020 годах они сняли практически все сбережения на сумму более 20 миллионов рублей.